Насекомые. Его примрачная темность и презлобное жесточество, монсеньор Краво. Наш изобретательный изобретатель Технократус. Наш ворчливый ворчун генерал Рогатус. И не наш герой Джойсов, молодец Фульгор. Хватит! Кто же молодец? А, молодец, среди овец! Вот посажу его в черный ящик, посмотрим, что от молодца останется. Ха-ха-ха. Конец цветам и музыке! Мы победили! Победить легко, когда 100 на 1. Вы просто трус! Ха-ха-ха! Нет, ты не трус! Не трус! Докажите! Я готов состязаться с любым из вас. Состязаться? Да, например, на скачках с вашим чемпионом. И если приду первым я, вы меня отпустите. А если он, делайте со мной что хотите. С дрейфили? Нет, мы не дрейфим никогда. Не надо так нервничать, ваша дурость. Он и так в наших руках. Помолчите, мы знаем, что делаем. Итак, кто будет чемпионом? А? Вы! Я? Прекрасно! Какая честь, шеф! Какая честь для вас! Ты смелый крабчик! Не каждый решится летать на такой штуковине. Мрак побери! Вы по-другому звоните, когда увидите успехи. Как ее? Гелево вентильной центрифуги, ваша тупость. Да, гелево вентильной. Увидите, язык прикусите. Ты недооценил их, Фульгор. Изобретение Технократуса – опасная вещь. Чепуха! С Патибусом я все равно сильнее. В честном состязании, да, но Берки-мошенники, ты же это знаешь. Все равно я не боюсь. Ну, конечно, ты же у нас герой. Ладно, дети, не время спорить. Да, 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 и правда высоко. Ну, какой вы храбрый, шеф. Значит, договорились? Состязания пройдут в 3 этапа. Победит тот, кто придет первым хотя бы 2 раза. Меньше слов, больше дела. Все готовы? Эй! Эй, минутку, мотылёк! Старт даем мы! Ну, если хотите. Да, мы хотим! Внимание! Чёртовы цветы! Басаботаж! Кого ж? О! Ой, 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 отпустите! Кабуш, это приказ! Ой, ой, быстрее, Патибус! Ой, мои цветы! Крабчик, прекрати!
слышат. Какой мы гений, что устроили эти состязания! Спуститесь, дурак! Выше! Ниже! Выше! Ниже! А вот наши чемпионы, они идут вровень перед финишем. Ах, какой чудный спектакль! Ну, наш, вот Фульгор обгоняет Крабчика. О, нет слов! А, скорей, кретин! Бестолочь! Идиот, невежда! Осталось 100 метров до финиша. Последний спринт. Проиграть нельзя. Ай-яй-яй, Крабчик обходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы первый. Теперь победить должен ты, иначе 2-0 в пользу Берков, и ты проигравший. Понимаешь? Знаю, Аэлья. До сих пор им везло, но теперь повезет мне, поверь мне, Аэлья. Победим на этот раз мы, а победим Фульгора немедленно в черный ящик. Дело в шляпе, ваше жесточество. Спасибо кенгуру моему новому изобретению. Нашему новому изобретению! Вы уверены в вашей машине, технократ? Абсолютно, ваше недотёпство. Кабош уже на месте. Все идет согласно плану. Вытащить его, Патибус. Нельзя же все-таки его так бросить. Шеф! Где же Фульгор? Давай, Фульгор, давай, Патибус! Мы первый! Аккуратно, ничтожество, несчастье! Эй, это вы виноваты, ваша мерзкая машина! Подними его, вставай! Браво, молодец! Итак, счет сравнялся. Вы готовы к последнему этапу, а? Вячеслав, больше дела! Yeah.
Бульгор, второй Кабыш, третий и последний Крабчик. Да замолчите, а вы двое, осёл, олух, инженер. Бульгор, ты победитель! Это Патибус победитель! Молодцы вы оба на высоте, но хочу поздравить и вас, дорогой друг. Прекрасное испытание! Поздравляем Кабыша! И мы отомщу! Режиссеры Ренато и Жорж Лакруа. Сценарий Марко Перье. Композитор Жак Давидович. Художники и мультипликаторы Кристиан Уфман и Ив Видал. Производство «Фантом Анимасьон» совместно с «Эллипс Программ» и «Франс Труа Медиа Лаб» при участии «Каналь Плюс» и Национального центра кинематографии. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу общественного российского телевидения.